Ну, мы достаточно быстрый гол пропустили сразу после нашего же стандарта. Дальше, можно сказать, оклемались. Не забили свои моменты. Пропустили второй гол. Ну, а второй тайм, я думаю, все видели. Можно сказать, обилие голевых моментов. Хотя команда, с которой нам сегодня пришлось играть, молодая, обученная, перспективная. Можно нас упрекнуть, наверное, в отсутствии результата, но в отсутствии желания и в отсутствии характера нас сегодня упрекнуть нельзя. Думаю, что мы сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше. Краснодар, поздравляю с победой.